закрывается. Да, вот теперь объявления про коронавирус дошли до пригородных электричек. Вот такие дела, дорогие друзья. Это было Павелецкое направление. Электропоезд с сообщением «Ожерелье, Москва». Вот так о нас заботится. Можно, наверное, сказать в кавычках. Ее величество, центральная ППК. И можно, в принципе, сюда также добавить и РЖД, дорогие друзья.